Дорогие жители города Реутов, я от чистого сердца поздравляю вас с этим знаменательным днем, с 23 февраля. Это праздник, который поистине считается, наверное, профессиональным праздником для всех горожан города Реутов, потому что на нашей территории на сегодняшний день уже более 60 лет находится и работает большое предприятие, градообразующее предприятие НПО «Машиностроение», которое поставляет ракетно-космическую технику. И, конечно же, ракета «Протон», которая была создана также в Реутове на НПО «Машиностроение», является главной рабочей лошадкой, которая до сих пор используется. И здесь я уверен, что каждый чувствует особую гордость за то, что живет в Реутове, за то, что кто-то работает на НПО «Машиностроение». И, конечно же, вот такое звание города Наукограда, оно ко многому обязывает, но и я думаю, что многих это делает немножко счастливее, потому что в нашем городе почти 80% наших жителей с высшим образованием. Это высокообразованные люди, каждый из которых является настоящим патриотом своей страны, своего города, своей малой родины, города Реутов. Поэтому всех еще раз поздравляю с праздником, новых ярких побед, исключительных достижений и всего самого наилучшего.